Для того, чтобы получить наиболее достоверный результат, лучше отобрать несколько типичных корзинок в разных частях поля, обмолотить среднюю пробу и уже тогда определять влажность. Но для примера нам будет достаточно одной корзинки. Так, ну что ж, приступим. Приступаем. Пока ты обмолачиваешь подсолнечник, давай сделаем ставки. Какая влажность на этом участке? Судя по внешнему виду, я думаю, где-то больше 30%. Так, моя ставка 28. Принято. Ну вот, наша пробная навеска готова. Так, давайте помогу. И сейчас произойдет чудо. Магия практически. Готовимся. Так. Включаем. Я угадал. Могу сказать только одно. Очень тяжело визуально на поле определить, какая влажность у подсолнечника. Поэтому всем советую обязательно пользоваться для этого благомером. Что скажешь? Можно уже обрабатывать? Да, культура готова, обработку можно проводить.